Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте Темного Волка. Он выиграл у нас тоже изначально раньше 4 июня. Я 4 июня так ему и не отдал из-за того, что то я занят, то не было. Ну, вы все знаете прекрасно, что Огника месяц просто тупо не продавали. В общем, сейчас я ему заберу и отдам его огнекрыло и займусь уже, соответственно, розыгрышем следующий, который я вам пообещал. Так, окей. Поехали. Мама, 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 порн. Видимо, увлекается этими фильмами. Не знаю, что это такое. Не заходил на этот сайт. Кто заходил, пишите в комментах. Интересный, неинтересный. Или это сайт, или просто ник. Так, вот такой вот у нас аккаунт, русский сервер. Что-то не особо он донатный. Ну, теперь он донатный. Поздравляю. Огники, скин на Огника у тебя уже есть. Плюс куча топовых плюх, сейчас пооткрываем, походим, побегаем. Так, давайте откроем сразу же имбу. У него неплохие герои, смотрю, землеройка даже в запасе есть. Неплохо. Так, смотрим. Смотрим на аккаунт. Роза, Некрос, Космо, Вольт, Зефирик, Седна, Свален, Махатмы нет, Бугимена нет. Понятно. Находится он в гильдии миллиардеры. Атака фортов с 12 до 13 по МСК. Все есть. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Мы поехали смотреть, что у нас по акциям есть. Парящий остров. Сейчас тут потратим плюшки. Может, получится у нас добавить немножко зефирки. Вот как раз завтра он еще добьет. Поехали посмотрим, сколько осколков есть. Так, скин у него есть. Поехали посмотрим, что у него творится по героям. Так, что-то я не понял. Энциклопедия героев. Сейчас прикиньте, так, хоп. И целый. Как-то всех по-разному. 31. Вот так вот. Как-то они по-разному размещены. Я не знаю, что так у меня в другой стороне. В общем, 31 осколок уже есть. Это хорошо. Забираем плюшечки. Новый питомец появился у него. Странно, что только появился. Поехали, заберем плюхи. Хоть какие есть. Ну, расходники, конечно, это не сравнится с английским сервером, но все же тоже неплохо. Так, отлично. Получить. Ну, такое себе. Так, выращивай призы. 1 плюс 1, цветущие бонусы, магазинное безумие. Поехали сюда. Посмотрим на магазинное безумие сейчас. Что тут есть? Так, 4 шанса. Огник у него есть. Неограниченный, неограниченный. 33. Короче, всякую хрень продают. Ничего такого. Ну, по сравнению с английским сервером вообще ни о чем. Но он сам заберет то, что ему надо. Будет ловить через час 28. Поехали, яйца. Разобьем яички. Ну, тут у нас их сколько там. Средний пак 6 штук. И то, наверное, нету. Так, вроде это последний, с кем я должен был разобраться, и можно будет заняться уже следующими видосами для вас. Новых определить победителей и с ними связаться. Ну чё мы подвисаем? Чё подвисаем? Это что-то не дает нам бить яйца. Странно.
Так, поехали. Раскол, пятый сет, ничего себе. Пойдет. Это мне уже нравится, что хотя бы пятые сеты добавили. Хоть что-то поменялось на русском сервере. Но сюда такие, видите, капитан Рогатка, Бугимен, Огнекрыл, мифический мешок рун. Сейчас пойдем за ролем. Еще один мифический мешок рун. Блин, ну как же долго, ну. Давай, раскол. Блин, для архидемона, я думаю, то, что надо. Вот тут вот спору нету, хотя бы пятые сеты дают, это хорошо, это круто. Ну давайте, давайте, давай, давай. Вдруг нам дадут еще сейчас кого-то. 300 самоцветов. Ну и на этом спасибо, IGG. Так, ладно, не буду я цветущие бонусы, там акции сам заберет. Поехали, посмотрим. Ну, два сетика забрали, что-то не влезло, да? Не хватает вместимости. Сейчас попробуем еще вытащить ему какую-то имбу. Так, с недостающих. Поехали. Let's go, baby. Давай по-братски какого-то недостающего нам героя еще. Давно я уже не ролил, кстати, на этих на аккаунтах победителей. И, наверное, это было зря душек. Вы скажете, ну, по-любому что-то должно вытащить недостающее. Нашаманить. Укротитель. Ну, давай. Говорил? Я же говорил. Но у него, блин, есть ледяха, блин. Обидно. Обидно, обидно, блин, там, где надо, ледяха не приходит. А там, где он есть, блин. Асура. Ворожей. Призрачный. Оп, оп. Поехали, посмотрим. Блин, и Асура есть. Ну. Главное, что мы сделали это. Так, поехали, герой. Да, ледяха, конечно, это классно. Что у него по ресурсам? По ресурсам у него все нормально. Все отлично. Можно даже облик качнуть. Надо будет написать, чтобы он акции только добил. Ну вот я вам скажу хорошее предложение сегодня, то, что дают. Так, одна коробка. Ребята, на удачу. Давайте сначала откроем бастион и этот. Плюхи неплохие дают. Ну, давай. Раз. Берз, блин. Кому берз этот нужен? Неактуальный. Так, что у него по героям? По героям у него все не очень хорошо, я так понял. Да, с талантами он вообще, я понял, что не дружит. Сделаем ему тыковку. Но, видимо, начальный аккаунт. Либо он не смотрит видео, кому что ставить, потому что это реально печаль. Ну, видимо, начальный аккаунт. Хоть ожог на Ронине. Не, это жесть. Все, ребят, это жесть. Блин, жалко, конечно, что он, вот, не знаю, посмотри плейлист таланты перезагрузка, я туда добавляю, и вы, кто не знаете, какие таланты ставить, зайдите, посмотрите, там я добавляю героев, рассказываю, показываю, обновляю периодически, есть куча других талантов и куча обзоров на героев, ребят, не спешите ставить вот так вот таланты, потому что здесь половина талантов, ну, нафиг не всрались на эти герои, герои классные, топовые герои, но то, что стоит, конечно, это печально.
Ну, самое главное, что у него теперь есть огник. Поздравляю. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.